Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на матче единой лиги ВТБ. Сегодня мы с вами понаблюдаем за матчем Минска и Руны. Присоединяюсь к искренним соболезнованиям, пожеланиям выздоровления всем, кто пострадал каким-либо образом в том, что произошло позавчера в Крокус-Сити. Бросок 30-го номера. На этот раз он оказался неточен. А в ответ издали от Минска. Чебашек из рук в руки с Борисевичем. Потом Бэми Джексон на Зака Смита. И тот вколачивает сверху. Ходяев из-под кольца точен, не устоял. Отбор в защите. Отдала своему сопернику. Будет еще одна возможность у Минска очки набрать. И это делает Йован Шливанчин. Минска за 3,5 минуты. Попов вышел на заслон. Хороший проход от остановить на первом шаге, а дальше уже фолить, наверное, не было никакого смысла. Дальняя попытка Борисевича. Не точен. Чебашев подбор забрал. Чебашев со средней 2 очка набрал. Ходяев под Чебашка залезает. Скидку сделать смог. Без нарушения 3 секунд. 6 секунд. Попов очень легко разворачивается в краску. Попытки мяч перехватить. Гумбин Джексон. Зак Смит заслон ставил, но Джексон выбрал пойти в другую сторону. И огромное удовольствие наблюдать за тем, как работает Артур Эрдоган. Но тот не нашел нужной точки соприкосновения с кольцом или щитом, чтобы внутрь провалиться. Попов. Зак, конечно, нужно очень много усилий прикладывать для того, чтобы останавливать Попова. Точно оказывается с дальней дистанции, а Попов в быстром отрыве после передачи от Джувена Моргана. Бенни Джексон. С хилом Джексон. Up and under. И с остановки с дриблинга не точен. И вот когда игра Минска скатывается к индивидуальным действиям Мотовилова или Джексона, тогда сразу же и счет на табло начинает до конца первой четверти. Два владения. И Руна. Сопин появился на площадке. Также Алекса Проданов. И вот его как раз обкрадывает Микульский. И в быстром отрыве убирает. Пришлось ему находить возможность для этой попытки. И Микульский нарушает правила на Алексе Проданове. Потерю в предыдущем владении. Микульский. Заком Смитом хэндов сыграли. Шливанчин из дальней дистанции. Точен. Скидку делает. Остается с Микульским. Один в один. Обыгрывать не обыгрывает. Делает скидку на Савина. Того накрывает Зак Смит. Нужно бросать. И Морган. Ну, в последнее время, на самом деле, все чаще такие эпизоды наблюдаем. Поэтому ничего необычного в них нет. Здорово Роданов защищался против Зака Смита, тому пришлось тоже редко, когда можно услышать подобные слова, стоящие рядом в одном предложении. А вот Кирилл Савин и дальний бросок, это, что по меркам единой лиги ВТБ, очень неплохая результативность, тем более для игрока скамейки. Шливанчинин еще 2 очка набирает. 25-25 счет делает. Морган в краску. Попов. Походяев. А что еще было делать в этой ситуации? Все сделал правильно. Попасть издали не смог. Как бы Меми Джексон под 45 на ближнюю дужку. И одним касанием точен Йован Шливанчинин. Зак Смит
в защите отрабатывает. И легкие два очка еще для Минска. Микульский и Руны. Есть возможность сравнять счет. И Джеремай Хилл как раз... Что не говори, а история... скажем так, смотрибельность второго круга. Потому что равные бьются с равными. И возможность попасть в плей-офф есть у всех. А так мы просто смотрели ровно то же самое второй раз подряд. Шливанчинин из-под кольца. Точи. На Зака Смита Попов понимает, что тот издали не опасен. Игл Меми Джексон. На Зака Смита. И тот уже третий данк отправляет в кольцо соперника. Попов отвечает тем же. Зак Смит на Шливанчинина. Чебашика одного оставили. И это на самом деле большая ошибка. Морган со средней дистанции. С трудом через... Нельзя ни в коем случае Минск отпускать. Они могут выйти на площадку еще более уверенными во второй половине. Поэтому Морган все станет... На круги своя. Агунбеми Джексон. Хорошая скидка спиной. И Джувен Морган со спины. Элемент для исполнения. Попов. С Хиллом. Морган под кольцо на Попова. Попов точен из-под кольца. Агунбеми Джексон. Эти самые 7 очков, которые они проигрывали на старте второй половины, бы отыграть. Попов. Третий свой подбор забирает. Четвертый подбор забирает. И на сей раз попадает с фолом. Джексон. Отлично смог спрятаться за своими игроками. И Вадим Ступеда. Чебашек с дальней дистанции. Точит. Иванович Моргана снова на дуге находит и продолжает Руна верить свой дальний бросок. Единожды он был точен пока в этой половине. В остальном Руна так бьет кучно, но не всегда точно. А Грубеми Джексон очень хорошо создает себе попытки, возможности для броска, рвет дистанцию, долго висит в воздухе. По сути, выбрасывает мяч, когда его соперники уже начинают приземляться. До мяча вытянуться не могут. С Адамом Джексоном он добирается до отметки 10 набранных очков. Хилл у нас так на встречных курсах игра пошла. Вклад гораздо серьезнее ощущается именно эмоционально, потому что для Минска он стал своеобразным пауэрбанком. Воспользоваться Чебашику. Перекрыли коридор передачи на Шливанчинина. Остается против Сопина. Преимущество есть в росте, в массе. И смог его. Хилл. Вниз на Попова. И тот очень хорошо мяч прикрывает левой рукой. Потому что дальше был бы дабл-тим. И, возможно, перехват или потеря просто от 13-го номера. Ну, Попов. Еще один подбор забирает. Уже седьмой. И разворачивается по лицевой Зак Смит. Никульский. Под Роданова идет. Дуду мажет из краски со второй попытки. Мяч в кольцо добавляет. И четвертая четверть матча Минск-Руна. Начинается с данка через постера Джеремая Хилла. Шливанчинина выбивает. Передача вниз. На Попова не проходит. Аж Зак Смит ее ждал. Голубеми Джексон на Микульского. Микульский. Два очка добывает. Точно Николай Иванович из-под кольца. Был контакт. Гумбеми Джексон на дриблинге уходит от Ивановича. Продолжает двигать мяч. Доводит до Чебашика. Чебашек
не так много бросков. Старается он больше ассистировать. И из-под кольца на сей раз точен Комиссаров после передачи Моргана. Сошлись, так и не решили, кто кого должен пропускать. Здесь правило помех справа не работает. И Джувен Морган после подбора немного играет мускулами. И еще одна подобная ошибка, и у него игра будет закончена. Теремай Хилл точен с дальней дистанции, делает для Руны. Спешит. Времени осталось не так много. Попов отправляют на линию штрафного броска вместо того, чтобы дать ему набрать легкие 2 очка. Это чаще всего есть искусство войны, а есть искусство защиты. Глин Джексон в данном случае его нам продемонстрировал. Шливанчинин! Ого! В краску ввинтился. Иванович на Джувена Моргана. Тот против Бенджамина Павла Дуду. Морган на длинном шаге. Не до конца осознавая, что и как, и какой рукой он смог сотворить. Шливанчин точен с дальней дистанции. 70-77. Заслон от Зака Смита. Бенджамина Джексона, Бенджамина Павла Дуду. Дуду! Павел Дуду издали не атакует, а Гонгбейми Джексон из угла. Го-го-го! По итогам сегодняшнего матча.